И всем привет, ребят! И сегодня я буду снимать уборку на своем рабочем столе. Да, до уборки дело дошло, потому что здесь такой хаос, что не передать словами. И давайте начнем. Поехали! Уборка на моем рабочем столе заняла совсем чуть-чуть, но мне теперь надо убрать еще. Ой, упала моя бутылочка. Ну, упала просто вот. Мне еще надо убрать учебники, которые вот здесь лежат, которые я отложила, что их надо убрать на другое место. Вот, и поэтому сейчас я их уберу и вернусь к вам. Да, ребят, и мы заходим в мою комнату. Я включаю свет. И я убралась. Да, я за минут 15, буквально даже 10, убралась. Итак, вот что у меня получилось. Сначала мы заходим. И у меня здесь все убрано. Стол убранный. Это лежит пакетик с коктейлем. А зарядку я просто не туда положила. Вот, ну, зарядка, по идее, должна вот тут висеть. Но не суть, я ей все равно частенько пользуюсь. Дальше, ну, как обычно, стоит стул. Вот, дальше стол. Так, там тоже я чуть-чуть убралась. В этом шкафу я разобралась. И вот моя кровать, моя родина, так сказать, на которой лежит моя кошечка. Вот в этом шкафу я убралась, вот тут я убралась. И, собственно, фортепиано, на котором лежат мои нотки. И все, и дверь. Вот, ребят, просто не стоит запускать так себя. И я не сильно запустила, в принципе, комнату. Я просто надо сейчас пропылесосить все. Но пылесосить я буду послезавтра. Вот, так как у нас, ну, как бы уборочный день в воскресенье. Вот. Ну и на этом мое видео подошло к концу. Я думаю, оно вам понравилось. Поэтому ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. И всем пока-пока, до скорого!